любой спортивный объект, построенный в каком-то таком густонаселенном жилом районе, является центром притяжения и ядром, где люди могут и отдыхать, и заниматься спортом. Поэтому в советском районе, конечно, города Орска напрашивался такой объект, он был, но он, конечно, уже не отвечал вообще, от слова совсем не отвечал никаким требованиям. И поэтому правильно было принято решение, губернатор дело поддержал, что вот именно этот стадион привести в порядок так, чтобы здесь люди комфортно занимались спортом, да и отдыхали, в общем-то.